Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, и вы на канале Холодная Ковка, регион 70. Так, сегодня будет такой ролик сумбурный, непонятный. Делать буду ритуальную оградку. Сезон уже подходит к концу. Много дел под осень накопилось, хоть караул кричи, ничего не успеваю. Просто тихий ужас. Так что не обессудьте, будет такой небольшой сумбурный ролик про ритуальную оградку. Решил ставить кусочек восьмерки для кала, чтобы лапка была покороче. Так, вот значит лапка без этой вставки. Вот это уже лапка с этой вставкой. Укороченная лапка. Смотрится, по-моему, посимпатичнее немножко. Покороче кончик. Вот, друзья, такая вот оградочка получилась. Оградку специально собрал, чтобы заказчик приехал, убедился, что все собирается, что все сварено правильно. А то часто бывает, оградку заберут в разобранном виде, привезут на кладбище и не могут собрать. Начинают звонить, скандалить. Да ты неправильно ее сварил, неправильно уши приварил не с той стороны. И приходится ехать на кладбище самому собирать. Ну и все, друзья. Ставьте лайки, дизлайки и подписывайтесь. Всего доброго.